Для тех, кто мечтает о великом и не сомневается в своем мужестве, найдется место на вершине. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Дрелем Десерт. На верхней позиции начинает Хохорт, стандартный генерал США. На нижней позиции дает старт Маракар, ядерный генерал Китая Тао. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Что ж, вот такой поединок попал мне в руки. Эксперт в мире генералов Маракар принимает бойца из России под никнеймом Хохорт. Я знаю Хохорта довольно давно, это достаточно амбициозный парень, у него есть цели, и вы знаете, он к ним идет, и довольно неплохо. Генерал играет достаточно хорошо, но вот хватит ли этого хорошо против Маракара, мы с вами сейчас и посмотрим. Итак, погнали, друзья. Выдвинутая казарма, выдвинутый военный завод от Хохорта в один саплай дал старт, и есть, естественно, электростанция. Дозер поехал налево, второй дозер пошел, забрал коробочку и возвращается обратно на центр. Готовится выйти Хаммер, точнее, он уже выезжает. Тем временем бункер от Маракара, который он отменяет ввиду того, что подъехал Хаммер. Попытался вдарить здесь по дозеру Хохорт, но у Маракара дозер выживает. Есть ядерный БМ, который сейчас работает по Хаммеру, но в итоге сливается. Подходит красногвардеец, и явно Маракар готовится к захвату вышек. Справа уже начинает свой захват. Дозер слева спрятался. Второй дозер вот здесь под вышкой, но, на мой взгляд, достаточно открыто так пока стоит. Ну, возможно, в прятки такие играет. Якобы прятать нужно на самом видном месте. Вот дозер как раз-таки и прячется. Тем временем вновь ядерный БМ, и он отлетает от двух Хаммеров. Плюс медичка, которая эти Хаммеры как раз-таки восстанавливает. Еще один Хаммер от Хохорта поехал. Причем он поехал куда-то направо, скорее всего, как раз вот сюда под вышку отменять захваты. Но захват уже есть у Маракара, есть у него вышка в активе. Посмотрим, надолго ли. Минус 2 батлмастера тем временем, но с потерей медички. Да, все, минус пробивается. Саплтрак. Есть здесь ракетчики, пытаются Хаммеры отогнать каким-то образом. И вы знаете, даже и получается. Хаммеры уходят сюда вниз по карте направо. Тем временем третий Хаммер работает как раз-таки по вышке. И два других начинают также ему в этом содействовать. Работают и будут вышку Маракару, естественно, уничтожать. Что же у Маракара? Два саплая у него качают. Есть военный завод, две казармы, электростанции. Причем Маракар будет бункериться. Вот два дозера у него так достаточно близко друг к другу стоят. Это, конечно, сейчас опасно на самом деле. Если сюда приезжать Хаммер, то эти дозеры, возможно, помашут ручкой. Ну и готовятся здесь ракетчики садиться в бункер. Да, все верно. Вот уже какая-никакая защита есть. Тем временем батлмастер от Маракара проехал, пробил по дозеру, но дозер выживает. Справа также БМ работает по Хаммеру, но попадает в ловушку. И БМ, до свидания. Так, здесь все-таки БМ прошел, но есть Хаммер плюс медичка, работают по батлмастеру, но он тут маневрирует вокруг электростанции, пока Хохорт немножечко даже, так сказать, его отпустил. Ну, пусть едет, в принципе, здесь что? Здесь справа делать-то по сути нечего, там нет ни саплая, нет и ничего, и дозера того же нет, поэтому... И он его просто сейчас, да, зажимает в ловушку, и он просто уничтожается. Тем временем перехват, я бы сказал бы, наверное, вышки как раз тут под носом у Хохорта. Правда, Хохорт ее еще не захватывал, но, в принципе, перехват, ведь вышка это Хохорта. Ну, по канонам, это же рядом с базой. Но не удается. У Хохорта Хаммера, он на страже, все видит. Все, в принципе, у него получается. Так, куча ракетчиков, вновь красногвардейцы побежали вперед. Вышки захватывают, справа вышка была Маракара уничтожена. Тем временем Хохорт поставил казарму, у него есть здесь рейнджер. Правда, пока не изучен захват, вполне возможно, готовится Хохорт также к захвату вышек. И минус медичка. Минус медичка, передавил здесь ракетчика, двух убил через Хаммера, высадился заранее Хохорт, но один Хаммер все-таки потерял и настреливается через контрол. Вышка Хаммера также помогает, но Хаммеры идут под слив. Хаммеры сливаются, причем один за другим, слушайте, и всю армию Хохорт сейчас потерял. В надежде уничтожить ту вышку. И вышку, возможно-то, и добьет. Но переключился, бьет красногвардейца. Вот здесь интересный момент. Также Маракар вышку захватывает. Но есть Хаммер, этого делать не дает. И все-таки красногвардеец закрывается. Еще одна вышка на карте уничтожена. Напоминаю, была уничтожена вышка справа. Осталось две. И эти две рядом с позициями
Хохарта. Вполне возможно, он захватит и вышку в центре, но по крайней мере слева захватывается. Значит, я думаю, что в будущем будет захвачена центральная вышка. Тем временем Хаммер прикатил. Прикатил Хаммер, и вот, пожалуйста, дозер. Все, здравствуйте, минус один. Высаживается Хохарт заранее, но потеряет Хаммер на этом бункере. Пробивает тем временем пропаганду. И пропаганда, похоже, что будет уничтожена. Тем временем подкатывает ЕЦМ танк плюс ядерный оверлорд. Побежала Лотос. Лотос как раз таки по направлению вот к вот этой самой вышке, где сейчас есть казарма, и ставится стратегический центр. Вышка, кстати говоря, захвачена Хохартом. Пропаганда минус. И настрелить попытался здесь Хохарт по бункеру, но бункер будет жить. Через лазер Локи пытается пробить ЦМ танк, но безуспешно. Так, тем временем справа прикатил Хаммерами двумя, пробивает бункер и удается, но с потерей одного Хаммера. Лазер Локи, но ЦМ танк уже достаточно далеко, пробивается Саплай. Теперь уже два ЕЦМ танка за Хаммером гоняются, и морозить пытается Маракар, но Хохарт высаживается, вышел Гатлинг, лазер Лок, и Гатлинг будет сливаться, но с потерей одного ракетчика. Так, тем временем Маракар спамит пехоту, есть у нее овер и два ЕЦМ танка. В принципе, этому Хаммеру пока что тут ловить нечего, и Хохарт отступает обратно на базу. Готовится новая такая армия ракетчиков, и выходит еще один Хаммер. Так понимаю, да, сейчас будет, естественно, загружаться эта пехота и вновь идти в атаку. Обидно на самом деле, что Хохарт до сих пор работает в один ресурсный центр, и вышку у него перехватили с помощью Лотоса. Так, а тут тем временем дозер почему-то не достраивает стратегический центр. Так, тут тем временем прикатил Хаммер с разведдроном, и Лотос, я так понимаю, до свидания. Причем она попыталась здесь подморозить Хаммер, Маракар контролирует этот момент, но Лотос минус, достраивается стратегически, но сразу же приезжает Оверлорд, плюс 2 ЦМ танка, и начинают, я так понимаю, сейчас пробивать этот самый стратегический центр. Но пока нет, знаете ли, просто пока катается. Так, а вот справа пехота, и здесь был Гатлинг. Гатлинг сливается, пробивается медичка, она еще и успевает здесь поддавить немножко пехоты. Подъезжают Хаммеры, красногвардейцы закрываются. Ну и ракетчиков также, в принципе, Хохарт сейчас должен минусануть. Но, правда, с потерями. Да, один Хаммер, возможно, сейчас будет потерян, хотя успевает отступить. Еще один Гатлинг. Потерял еще двух ракетчиков Хохарт. Так, аккуратно, Хаммер все-таки сливается. Медичка здесь, но почему-то останавливается. Маракар добегает и ее минирует. Ракетчика здесь пытается пробить ответные ракетчики от американца. А вот медичка, видимо, хотел Хохарт по траектории поездки так передавить этого ракетчика, но не вышло. И медичка все-таки сливается. Один ракетчик здесь остался, правда, каленый. Я думаю, что надо его закрывать. А тут тем временем прикатил овер плюс ЕЦМ танк, лазер Локи. Я думаю, что сейчас все-таки, да, ЕЦМ танк будет потерян. То есть рейнджеры прибежали как раз таки с того самого уничтоженного стратегического центра. И пытается Хохарт пробить овер. Лазер Лок, я думаю, что удастся. Ведь нет прикрытия в виде ЕЦМ танком. Да, 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 все верно. Овер минус. Вновь идет пехота. Справа ЕЦМ-ка здесь катается. И Маракар решает сдаваться. Мы победили. Итак, как мы видим, в таком матчапе Маракара, в принципе, можно победить. Хохарту, мне кажется, даже в какой-то степени повезло. Знаете, без обид, но сложилось такое впечатление, что Маракар не в полную силу играл. Хотя, с другой стороны, а может быть, Хохарт проявил свои самые лучшие качества. На самом деле, победить Маракара, даже одну игру взять у Маракара, да, все-таки клан ОУЕ, серьезный парень, как бы. Это уже такое серьезное достижение, заявочка, можно сказать. Я надеюсь, Хохарт после этой победы не возгордится, не скажет, что он всем все доказал и так далее. Я надеюсь, что Хохарт пойдет только вперед. Маракар, также желаю удачи на мировой серии. Good luck, Маракар. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.